Что у тебя такое? Смотри, это труба позорная. Ну, в общем, в нее лучше видно. Видно, говоришь? А ну дай. Ого! Видно? Как-то видно, но не совсем. А так? О, так совсем другое дело. Какой любопытный вид! Это кто же так учил тебя шарик надувать? Дай-ка сюда, учись! Мне его мама подарила за хорошее поведение. А разве у тебя бывает плохое? Где он? Он теперь очень далеко. Ну, спасибо тебе, Нюшечка. Что я скажу маме? Да ладно тебе, мы его вмиг разыщем. Интересно, что там? Говорят, там бывают реки и море. А что такое море? Море это такая большая-пребольшая лужа. Неужели такие бывают? Бывают еще больше. Океаны называются. Сам ты океан. Правильно будет океан. А какой он, этот океан? Если Андрюшка не перестанет реветь, то у нас свой океан будет. Андрюшечка, поплачь еще. Ну, пожалуйста. А вдруг там ничего нет? А вдруг есть? Но об этом никто не знает. Мы первыми откроем неизвестное. И обязательно всем сообщим об этом. И заодно найдем шарик. Во, заладил! Шарик, шарик! Да куда он денется? Внимание! Мы отправляемся в дальние края. На сборы 5 минут. Эй, вы что, хотите сделать открытие последними? Я не хочу. Нет, я. И ну-ну. Стой! Сначала мы должны дать друг другу клятву. Не понимаю, зачем давать друг другу одно и то же? Ну так положено. Если кто-то собирается далеко-далеко, и если этот кто-то собирается далеко-далеко не один, то они все оба обещают, в общем, они дают друг другу клятву. Понятно? Ну давайте, давайте это самое быстрее. Даю. Даю. Беру. Интересно, что скажет моя мама? Раз! Нюшечка, это лужа или море? Это, Кирюшка, и есть Андрюшкин океан. Вот все обрадуются, когда узнают. Особенно Андрюшкина мама. Какое-то неудачное открытие. Может, на обратном пути и закроем? Эх ты, горе-плаватель! Открытие! На то и открытие, что назад оно не закрывается. Я тоже в открытие хочу! Секундочку. По-моему, туда. По-моему, сюда. А по-моему, обратно. Эй, а как же клятва? Кажется, я открыл то, сам не знаю что. Нюшка! Андрюшка! Вы где? Мама! Мамочка! Это место мне очень знакомо. Падам-падам-падам! Кажется, я открыл.
открыл злой-призлой лес. Два. Какое-то сногсшибательное открытие. Интересно, что скажет Кирюшкина мама? Пока не поздно. Ты права, Нюшечка, поздно, обед скоро. Я говорю, пока не поздно. Сделаем выводы. Во-первых, первым сделал открытие Андрюшка. Только очень маленькое. Во-вторых, Кирюшка сделал то же самое, только в другом месте. И самое последнее. За дело берусь я. И вот тогда... Мы пойдем домой. Я правильно понял, Нюшечка? И вот тогда я открою самое-пресамое и обязательно расскажу об этом всем. Вперед! Только вперед! Стой! Вперед нельзя! Там злой-призлой лес! А давайте совсем в обратную сторону. Обратно нельзя, там все давно открыто. Вперед нельзя, обратно нельзя, тогда можно вбок. А это не очень далеко. Не близко. Пожалуй, обратно не так страшно. Ну, чего вы ждете? Ну-ну, как-нибудь сама открою. Посмотрим, кто из нас откроет самое-призамое. Да я! Да я! Ага, туда. Нет, туда. А может, туда? Нет, все-таки туда. Чего бы такого открыть? Наконец-то! Да я один сколько хочешь открыть и открою. Хоть целых 100. А может, даже 100 с хвостиком. Там я был, оттуда я вернулся. А вон там, там я тоже был. И даже 2 раза. Кирюшечка! Нюшечка! Туда! Я знала! Я знала! Вот это да! Я уже близко! Почти! Да тут уже все давно открыто, закрыто и даже зарыто. Что я скажу Андрюшке с Кирюшкой? Андрюшка! Кирюшка! Эй, где вы? Нюша, наконец-то! 3! Нюшечка, я так ничего и не открыл. Я тоже. Я! Не я, а мы. И вы даже не представляете, что мы все вместе открыли. Что? Мы все 3 открыли самое главное. Главное, что мы нашлись. И еще главное, что мы идем домой. Но самое-самое главное, что мы настоящие друзья. Замечательное открытие! Вот все обрадуются! А я как полечу и бах! А я ни чуточки не испугался! Испугался! А вот и нет! Да! Нет! Стойте! Он все-таки вернулся! Он тоже настоящий друг! Дай мне! Нет, я! Я хочу! Интересно! Что скажут наши мамы?